На 13 ноября по республике за сутки зарегистрировано 70 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. По их данным, из них в Бишкеке 24, в Чуйской области 19, в Ошской области 11, в Талаской 2, в Иссык-Кульской 9, в Баткенской области 5. Всего за весь период зарегистрировано 182 267 случаев. За сутки от коронавируса выздоровели 106 пациентов. Всего за весь период выздоровел 176 721 пациент. Также зарегистрировано 3 летальных исхода среди невакцинированных граждан. Всего за весь период умерли 2702 человека. На стационарном лечении находятся 544 пациента, на амбулаторном 762.